По словам чиновников, жалоб от горожан практически не поступает, а те, что есть, носят локальный характер и вызваны чаще всего проблемами с внутридомовой разводкой. Впервые за долгие годы нет претензий и со стороны жителей поселка Актау. После того, как котлы стали выносить в единые котельные, расположенные вне домов, количество жалоб сократилось, а теперь и вовсе сходит на нет. Важным шагом в этом стала замена котлов в 29 и 32 школах. Это стоило почти 27,5 миллионов тенге. Немаловажным фактором власти называют и хорошую подготовительную работу. За 14 год за счет средств выделения выделенных меморандум был приобретен один котел марки Веста Плюс на дома Карла Маркса 1-3. Все 12 многоэтажных домов провели подготовку домов к отопительному сезону собственными силами и средствами на 100%. Были выполнены работы по ревизии вентилей и задвижек, очистка дымоходных труб и домов, ремонт котельных, ревизия котлов, частичная замена подвальной разводки.